Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что на сцену мировой политики выходит Алехандро Боливар, который ведет Великую Колумбию к величию. Реально, так и есть. То есть мы уже настолько велики, что скоро полконтинента займем. По-моему, я в этом плане хорош. Но если вы не видели начало игры, случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к видео, либо в правом верхнем углу появляется. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Так, очередной золотой век. Ну я пульс паровой машины возьму, потому что производство, производство. Хотя, может, ну я вообще армию не строю по-хорошему. Зато войну золотого века там могу Польше потом... Да, я и так могу Польше войну объявить, господи. Не, лучше производство. То есть это... Я понимаю, что там 15% к армии, но... Это производство, которое сейчас я взял от компусов, оно для всего. Абсолютно. Так, в Кита, пожалуй, пора тоже космопорт строить. Вот здесь. В Богате достраиваем. Видите, уже поломался аэропорт, потому что затапливает, блин. Так, в Риме у нас все нормально, в Аквилее все нормально. А, нет, тут три строится, блин, слоников не хватает, ладно. Ладно, этим мы чуть позже займемся. Подождите, это я где там достраиваю самолеты? Так, давайте из Кита я переброшу. Давайте сюда. Хайдингтон начну обстреливать. Так. Эдинбург отвалится сам. Мне сейчас важнее Аскапацалька захватить. Чтобы не достался шотландцу обратно. Так, и вот этим заберем. Брям. Передать ацтекам. Блин, только он тут, видите, тонет у нас. Я боюсь, уже его не спасти будет. Не, я даже не буду монумент строить сразу. Ремонтировать, в смысле. Так. Лечимся. Лечимся. Очередной генерал, кстати, губернаторский титул дает. Может взять сразу. Так, давайте мы решим, какой у нас город будет главным по строительству частей. 91 производство, 85,5, 73. Кстати, тут тоже можно космопорт поставить. 73. 81, 66, 50, 51. Тут уже мало производства. Ну, 70 строим. 87,4 строится космопорт. 60. Вообще, корабль летит 27 ходов. То есть, в принципе, мне в 9 городах построить ускорялки, и это 3 хода улета. Так, так, ладно, гидроэлектростанцию давайте. Аквилея мало производства, Сетия мало, Пешт мало, Кумаси мало. О, в Будде у нас 71 еще. Ну, наверное... Да, что-то немного тут... Ну, давайте сюда бахну.
Все остальное тут пока так себе. Вот в богате бы, где мне космопорт еще устроить, видимо, вот сюда поставлю. Давайте еще гидроэлектростанция строить. Давайте бомбардировщик отменим. И после бомбардировщика уже космопорт. Ну что тут откладывать? Так, всех ученых забрали. Инженеры. Вот такое. Я думаю, у меня 5 бомбардировщиков выше крыши. Строители. Ну да, наверное, уже давайте вот эти солнечные электростанции. Мне электричество надо. Ух ты, я сразу получил 3 артефакта, и все попали разных цивилизаций и одной эпохи. Боливара, Трояна и Варвар, все античности. И получил. Круто. Так, и археологических музеев у меня больше нету, да? Давайте в Тескока тут встану, следующим ходом Хаттингтон захватывать. Зачем у меня опять вылезло, что эпоха атома началась? Я и так в курсе. К чему мне все, господи, он с одним городом, что он там бочки жечь будет просто, что вот это за какие-то требования, пожелания странные. О, кстати, тут аэропорт есть. There may be no forgiveness for polyester. Так, геотермально еще можно обрабатывать. Satan and the Lord. Why is a woman to be treated differently? Демократию беру чаще всего, потому что там проекты быстрее делаются на улет. Плюс еще вот это жилье и довольство офигительно. С тремя его, то есть я сразу решаю проблемы все со своим с довольством. Взять олигархическое наследие плюс 4. Да, нафиг надо, честно говоря. И так тут все выношу. Театральные площади с двумя и более повышений тоже можно счастье взять. А либерализм просто плюс одно довольство, да? С двумя и более. Давайте, наверное, либерализм. Хотя тут... У меня жилья, в принципе, достаточно. Мне вот довольство надо, чтобы... Ну, в плюс было ресурсы. Видите, плюс 2 довольства, это плюс 5% ко всему. Ну, прогнозирующие системы. Так, японца мы уже догнали, то есть японец вот тут где-то находится. В ядерке выйдем. Так, время захватывать Хаддингтон. Чё, проезжу я Кабул, сюзерен, да.
Вообще 86 и 93 силы это уже довольно серьезно, уже не так легко нападать самолетами. Но так как у меня самолетов дофига, то города будут складываться потихонечку. Так, а где мой... Где мой беспилотник? Может, кстати, можем Лионера в современные танки апнуть. Просто я не думаю, что это добавит им силы. Это же уйдет их способность за соседство. Стоит беспилотник важнее, чтобы засвечивал. Блин, тут еще и поселенец какой-то, господи. Так. Арпин 100, какие-то 90. Ну, наверное, давайте Арпин будет у меня основным местом, потому что тут рурка построена. Поэтому буду туда перебрасывать караваны. Торговец, тут космопорт уже, наверное, нафиг надо. Ну, давайте начнем гранты делать. Зоопарк. Пригород? Нет, давайте рабочего. И дальше идем в глобализацию. Так, конечно, по культуре я... От многих тут отстаю, но мне это и не важно. Могу созвать очередную, правда, у меня нету 30 дипломатических очков, чтобы подавать в этой очередной сессии. Успешно лазеры еще добыл. Так, ну мне вообще три танка надо, чтобы композиты уск... Не. Не хочу апгрейдить. Нафиг этого поселенца. Перебросим в аэропорты. Или... Я хотя, наверное, просто в город. Да, этот, по идее, должен долетать еще. Данди, наверное, я тоже уничтожу. Мешается. Ну, смотрите, что это вот за город. Ну, время столицы шотландской. Ну, шотландец всю игру был никакой, по-моему. В какой там серии я его город практически на ровном месте захватил еще до всяких Лионеро.
Так, что-то... Все торговцы в Арпин. Собираем, а караваны отправляем в... на производство. Где больше производства, туда и отправляем. Кампуса нету. Ну, тут есть, конечно, хорошие кампусы, но... Уже сейчас строить, мне кажется, поздновато. Хатусу не захватываю, потому что это единственный научный город-государство в игре. И, соответственно, он мне очень круто бонус дает. На мои универы, библиотеки, с таким количеством городов. Так. Филадельфия. Давайте проиллюстрируем почту. Подожди, зачем я проиллюстрировать почту отправил? Надо отменить не то. Я думал найти источники это будет. Так, это у нас технологии похищает. Все на автомате плавает. Ну и продолжим. Тут несколько кораблей на автомате плавают, я даже на них внимания не обращаю. Наверное, промышленную зону можно. Смотрите, у компьютера ничего в городе не построено, ни одного района, кроме дамбы. Дамбы офигительно много производства требуют. То есть я бы эту дамбу в таком городе строил, не знаю, ходов 20, типа. А компу норм. Фигачу сразу. Отличие для спартанских стойки сильно. Ничего, что я гражданин Колумбии, слышишь? Еще вопрос, у кого, блин, кокаин произрастает, у нее или у меня? Отличный спартанский гражданин. Ух ты, Нанмадол мне войну объявил, господи, нет. Что я буду делать? Так, современный танчик. Нормально, 825 золота апнуться. Блин, самолеты вот просто эти прокачиваются. Ну это способность. Колумбия это, конечно... Вот это все чит. Щиты завезли. И столица Шотландии. А. Ладно, следующим ходом апну. Он будет раненый. К чему ты это сказал? Инки повелители высоты. Так, добьем. Ну тут сколько? 4 города осталось. Этот я уничтожу, этот, наверное, заберу. И там дальше Польша. С Польшей кто-нибудь воюет? Австралия, отлично. Заодно сразу... О, слушайте, Польша в союзах со столькими ребятами. Скри особенно. Так, когда тут Эдинбург отвалится? Археологический. Я тут... Вот тут я хочу кампус построить, потому что он тут на плюс 5. Есть. Просто слишком крутой кампус.
Так, срыв ракетостроения, хищение шедевра, подрыв плотины. Давайте в Филадельфии плотину подорвем. Вот эти в этой игре очень много плотин. Обратили внимание? И понеслась проекты. Улетаем в космос. Улетаем на небо. Хотя меня просили в комментариях не петь больше никогда. Поэтому, наверное, я больше никогда не буду петь. Эх. Текила джаз. Выступление Текилы джаз прошло перед пушкой Шотландии. Так, что у нас тут Ляпис Трубецкой устроит? Ну, Ляпис Трубецкой... Давайте вот тут. Я верю в Иисуса Христа. Я верю в Гаутама Будду. Я верю в пророка Мухаммада. Я верю в Кришну. Я верю в Гаруду. Все, не буду... Теперь точно никогда не буду петь. Все. Верфь. Ванции. А что тут еще делать, блин? А, вот тут надо бы отрыть. А что у нас по инженерам? Ну, все-таки ты хреновый инженер какой-то. А, торговец. Каждый ход можно торговца строить, потому что города захватываю с коммерческими районами. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная в экстазе былая. Владивосток 2000. Ну, это ж нельзя назвать пением, согласитесь. Это нельзя считать, что я сейчас пел. Так что не считается. Польша всю игру меня осуждает. Я ее за это не осуждаю. Честно говоря. Задело, конечно. Не то, что меня задело, а она меня осуждает за дело. Так, и пошли ядерки открывать. О, союз с Кристиной истек. Я, кстати, обратил внимание, что они почему-то вот первым ходом, как заканчивается союз, теперь... не соглашаются продлевать дружбу. Вот следующий ход вполне может продлить. 66 производства. Ну, давайте, наверное, и тут космопорт построим. Куплю здесь археологический и археолога. Так, а где у нас геотермалочки остались? Потому что они много дают электричества. Так, там обработка. Во-во-во-во-во. Так, там. Это не у меня. Вот тут еще геотермалочка. Давайте сюда и вон там геотермалочка. Отлично. Так, хватит ли нам захватить? Нет, не хватает, ладно. И Данди уничтожен. Ей! Так, где у нас тут...
остались Дампфрис и Кален. Кстати, может, Кален тоже уничтожен. Нафиг надо. Брямс. Боже, эти уже такие тоже прокачанные. Так, а тут есть где-нибудь? Вот военный лагерь. Давайте куплю корпус. О, все, Льянера закончилась. Не могу больше. Только в современные танки. А я не хочу. Я буду все Льянера захватывать. Потому что музыка — это сила. Так. Не долетает, да? Давайте-ка гитарист против гитариста. Водные стоп-сигналы группы. Ну что это за название? Вот прямо метро. Смотри, хопа. Нету водных стоп-сигналов. Придумывают названия наркоманские. Давайте еще строителей. Торговец. Торговцы закончились, да? Жаль, жаль. Так, что ж они тут... О, затыск. Ну давайте, проголосуйте за то, чтобы меня... Выйти. Кто ж там забыл? Да может Польша? Будет очень в тему. Ну, Кри явно проголосует за... Ага, прошло. Кто объявил войну? Ацтеки, по-моему. Да, ацтеки. Кри, естественно. Ну, Чака, хрен с ним. И Шотландия. Жалко, что не Польша. Робототехнику сперли. Так, я думаю, надеюсь, урана у нас немерено. Морских юнитов... Ну, шпионы есть только дополнительно. У них вообще нету городов-государств. Так, уран. Вот уран есть. Вот уран у Вильнюса. То есть у меня на такой огромной территории всего один источник урана. Как вам это нравится? Генерация ресурсов, конечно, на уровне. Как всегда. О, я тут какого-то шпиона убил в богате. Отлично. Обожаю, когда такое происходит. Так, у нас тут задание контрразведки на 2. Шпион на родной территории. И все городские районы. Отлично. Это у нас прокачанный парень вообще на защиту. Ну, я думаю, теперь его лучше в Арпин пересадить в космопорт, чтобы мне там ничего не ломали. Там, если в богате что-то будет происходить, пофигу. Кстати, Кристина теперь дружбу не хочет? Хм. Странно. Ну, тут уже, конечно... Серьезные претензии из-за войны идут. Блин, Валетту только сейчас встретил. За счет... Так, слушайте, а давайте мы ее засоюзим. Давайте вот вместо... Двойной эффект, если вот... Да, вот это надо. У них явно отличается. Хотя, слушай, там в демократию дофига. Ну-ка, глянем. А и тут сюзерена нет. Блин, что я поставил? А, ладно.
Заодно с зулусами повоюет Валетта. Так, и теперь можно за веру все в центре города купить. Давайте проверим. Нам надо сначала найти, где у нас не построена дамба. И ее выкупить, чтобы уже больше ничего не затапливало. Вот. Тут, во-первых. Во-вторых, тут. Все. Теперь можно что угодно покупать. Я не вижу причин канализацию покупать, у меня жилья просто немерено. Поэтому зачем? У меня даже уже демократия открыта, которую ускоряет 4 канализации. Не хочу миссионеров. Ну да, в каких-то городах, наверное, еще не хватает. Ну, я не хочу, честно говоря. А почему тут военную академию можно покупать? А, потому что в военных лагерях тоже покупается, да, за веру? Ну, просто веры, ну, куда мне ее девать? Великих людей там не осталось, которые я прям хотел бы выкупить. Я уже всех полководцев разобрали. А вот в центре города все купить. Очень здорово. Так, тут курдвары надо и вот эти повыкупать. Хотя бы, наверное, еще эти развлекательные тоже выкупил. Опять же, денег-то много. Так, курдвару. Все, все выкуплено. Просто зеба. Так, тут мы... О, блин, как у нас тут все расфигачило все-таки. Ну, слава богу, благодаря Валетте у нас... Так, давайте я тут тоже эти развлекательные штуки выкуплю, чтобы влияло на города вокруг. Что у нас с довольством проблемы. Давайте шпиона. Универ, монумент. Монумент, амбар, кампус. Уже приятно, когда все построено. Кстати, мне там писали, что, мол, угля не хватает, ты много угольных электростанций ставишь. Угля, поймите, количество угольных электростанций не влияет на выработку угля. На самом деле вы можете поставить одну электростанцию, и она будет работать на все города абсолютно. Неважно, сколько электростанций вы поставили. Я их ставлю, потому что это просто дополнительное производство, а не для электричества. Потому что каждая угольная электростанция дает столько производства, сколько соседство промышленной зоне. Это очень много. Так, что это они тут решили пообщаться со мной? Захватывать, я думаю, нам два понадобится. Блин, надо было сразу соседство делать, больше силы было бы. Так, этот город мы оставим, а вот колено я надумаю, что я убью. И Польша приготовится.
О, ничего. Тырить, блин. Дамбу я не хочу. Ладно, давайте... В Чикаго, может? Вот смотрите, у американца... Раз, два, три, четыре, и тут пятый город. Пять городов. Пять городов. Как он может по науке так идти? Что это за... Такие офигительные читы. И... Так, может Вашингтон все-таки? Давайте в Вашингтон. Чтобы ваншотнуть. Гитарных дел мастер. Так, продолжаем ускорение. У американцев уже, кстати, нету ускорения, какие украсило. Блин, это три рема приплыло вообще. Боже, у нас тут космопорты строятся. Человек 3. О, мы в Дамфрисе можем купить плотину. Ей. Так, ну тут давайте святилище, храм и ступу. Ну, веры накопилось, конечно. Это из-за насок. Из-за наска. О, геотермалочка. О, геотермалочка. Это все дополнительное электричество. Что очень здорово. Давай лучше на свининку ты мне поменяешь. Вот это более нормальная замена. Да, да, суди меня, Россия. Ты колумбофоб. Петр Колумбофоб. Или боливарофоб, не знаю. В общем, не нравится. 18, моя, действительно. Как раз время требовать у того, у кого самая большая армия в мире. Хотя вон у Конго побольше. У того, у кого самая большая наука в мире. Даже культура, по-моему, да, у меня самая большая в мире. Самое время. Говорит, дай 17 денег. Очень надо, не хватает. Ну что ж, уже следующим ходом будет запущен спутник. Увидим всю нашу планету во всем ее великолепии, где мы живем. Так, космопорт готов. Может тут аквапарк еще построить, кстати. Блин, ну не хотелось бы разрушать вот эти замечательные рыбные промыслы. Может лучше в Анции каком-нибудь построить аквапарк. А, тут не хватает места. А, нет подходящего. Подождите, как нет подходящего? Вот. А, так я могу... Стоп. Я могу, наверное, Картахене это место передать и тут как раз построить. Да, да. Построим. Пускай... Я, конечно, понимаю, что тут есть развлекательный комплекс, но аквапарк круче, согласитесь. Да, можно с горочек так на попке. И улетел. Так, торговца... Потом угольную. Пеште. Пригород в Пеште есть? Есть. Я уже, по-моему, пригороды везде построил. Ну, священное место, кампус. Это ничего не надо. Космопорт не хочу. Ладно, давайте еще строителя. Гидроэлектростанция, мастерская, лаба, угольная и понеслись в проекты. А, да, тут я хотел в космопорт его разместить, чтобы ничего мне не поломали.
Так, по-моему, с этой стороны я уже все геотермалочки обработал, поэтому поехали асьенды делать. Куча этих генералов, кстати, накопилось. Вообще, по-моему, только одного использовал в итоге, да? На пенсию отправил, имею в виду. Вот эта клетка не обрабатывается ни одним из городов, но я здесь делаю плантацию, потому что здесь, я думаю, сделать асьенду, и, соответственно, будет соседство от плантации. Ну и плюс какао можно продавать, хотя я не сомневаюсь, что я буду это делать. Опа, чё, тут за танчики приехали. Ты чё? Сейчас, кстати, получу очки эпохи за убийство армии. Так, ну вот последний город остался у шотландца. Ну как последний, ещё Абердин, конечно, есть, но его я не буду захватывать. Интересно, мне хватит силы? Я думаю, должно хватить. Это просто, чтобы больше соседства было, бонус. Покупаем сразу плотину здесь. Все-таки круто иметь в союзниках Валетту, когда у тебя есть куча веры. Следующее у нас Польша. Тоже немного городов, и как бы половина континента реально будет моей. Ей. Скорее бы. О, медика можно апнуть. Транспорт колонны снабжения. Это что дает? Плюс 20 очков к исцелению. Ага. Давайте вокруг соберем, чтобы вокруг транспорта снабжения все лечились. А где у нас беспилотник был? Надо города Польши открывать. У них тут Пайтити. Вот это, кстати, новое чудо, которое в этом Frontier, New Frontier Pass появилось. Три непроходимые клетки, три единицы золота, две культуры соседним клеткам. Повышенный бонус соседства театральной площади с центром коммерции. Но вот центр коммерции он поставил здесь рядом. Она. И все, походу... Ну, зачем какой-то центр коммерции здесь рядом ставить? Тут можно было ромашку с театральных площадей центров коммерции вокруг этого чуда сделать. Но не Польша. Не Польша. Так, где тут еще было ге... Вон. Так, все, три города. Видите, подсвечивает беспилотник как раз очень хорошо. Блин, 552 золота. Вообще. Сколько уже в арпе не производство? 135. Помаловато. Надо хотя бы до 250 разогнать. С Харальдом Суровым второго уровня. Так, Швеция все еще не хочет дружбу, да? Жаль.
Зачем покупать? А, вообще 1000, нет. Мы будем торговать. Не так много денег, чтобы покупать караваны. Да, блин, что-то каждый ход Горга со мной общается. О, наконец-то ацтека убрали. Или нет? Да, все, слава богу. Норвежцы захватили. Ух ты, партизаны. Партизанен. И где? Около Богаты. Может, ты нам китов лучше дашь за хлопок? Блин, партизаны это опасно тут. Вообще не прикольно. Все, спутник отправлен. Гора Рарайма. Спутник улетает. Вся карта открыта. Следующий проект. Лунная экспедиция. Давайте посмотрим, было ли вообще где-нибудь майя. Походу нет. Ну, то есть, понятно, что 20 цивилизаций так. Инки совсем грустно, 4 города влезло. Тут вообще никто как бы... Они даже не воевали особо с друг другом. Что за бред? У Спарты все города, которые были ее. У персов тоже все ее. Япония у Америки ничего не захватила. Австралия у Америки ничего не захватила. Ну, как, ну, Баффало отваливается чисто по лояльности. Причем интересно, что Баффало в сторону Конго отваливается, а Кагуана, видимо, в сторону либо Японии, либо Конго. Да, они вообще не воевали. То есть только города-государства какие-то захватили, а между собой никаких войн. Ну это ж грустно. Поэтому и развития никакого не было. Ну и Намибия на своем отдельном острове. Вообще вот это, кстати, очень неплохое место для старта, потому что гора Рарайма кучу науки дает. Слушайте, Амбуже Майя, это не может быть город Майя? Не, наверное, все-таки Конго приплыл, поставил дебильно. Не может. Это не город Майя бывший. Ну и вот у меня Колумбия на полконтинента. Так, как нам с этими танчиками? Надо самолет, наверное, сюда перебросить какой-то. Смотри, культурный захват Польша произвела. Ах ты. Гадкая Польша. По города начинать? Наверное, с Тарнова, потому что там 17 жителей. А, стоп, мы еще войну не объявили. Давайте идеологии, да. Кто там еще был в союзниках? Горга, ну, зато прекратит ко мне обращаться постоянно. Так. Давайте этот перебросим туда, а этого в наши города, чтобы от танчиков этих отбиться. А то как-то опасные вот эти ребята.
Так, где у меня был то ли инженер, то ли ученый на 750? Так, тут, наверное, не будет бонус. Нет, тоже тематический бонус, нифига себе. Прикольно, я археологами все понаходил. А еще есть археологические музеи? Да, в Кумасе. Давайте мы в Кумасе купим археолога. Так, где... В списке юнитов можно поискать. Вот, Сергей Королёв. Последний этап космической гонки мы Королёвым сделаем. Нет, никуда пока послов не отправляю. Все еще варпин. Так, тут нету смысла обрабатывать клетку, зря шел. Ну, а, хотя стоп, от сети можно обрабатывать. Сеть я достает. Фига мне курорты. Мне электричество надо. Курорты не зачем. Ладно, давайте асьенды строить. Так, в Вашингтоне источники ищем. Аквапарк готов, колесо обозрения. Еще строителей. Кстати, да, проект Манхэттен надо. Какой у меня на втором месте по производству город будет? 92-105. Но тут раньше достроится космопорт, поэтому я сюда проект Манхэттен, пожалуй, определю. А здесь мы аэродром. А, тут нам вот еще надо. Ну, давайте королевское общество. Можно, наверное, тогда рабочих здесь ускорять. Давайте здесь в очередь рабочих будем делать и ускорять производство в... космопорте рабочими. Ух ты, как окружили. Давайте вот эту армию кавалерии убивать. Какая-то карательная экспедиция в Колумбию. Нет, не осуждай меня, Америка. Сейчас приедут демократию насаждать. Концерты пошли, ну, культуры нет. Никак. Тем более тут у нескольких цивилизаций очень большая культура. Так, что тут с танчиками? Кампус разграбили. Лесопилку разграбили. Ну, это терпимо. Mm-hmm.
Уже тут можно проект. Давайте я лучше тут проект Манхэттен. Здесь строителя. Потом исследовательские гранты. На месте боев Матиша и Трояна нашли что-то. Так, что у меня больше нету производства никуда нормального? Далеко мне до глобализации, там все-таки плюс 5 к производству будет. Три аэропорта. Блин, а Швеция все еще не хочет? Ладно, надо союз тогда, видимо, с японцем заключить. К нему нормально будет бегать, это куча производства будет. Что у меня за союзы? О, видите, сразу обновилось 7 производств, отлично. Какими тут дальше всего самолеты? Да, вот эти два. Так, минус Тарнув. Я все Лионеры захвачу, даже не буду их в танке апгрейдить. Нафиг надо. Ух ты, а тут не требуется. А, ну тут уже. Все что ли, последний уровень? Нет, еще. Странно. Ну тут, видимо, когда захватываешь город, уже все утонуло, можно не надеяться на покупку. Этой дамбы за веру. Так, следующее Познань, давайте. Что это за высадка на затопленном атолле? Так, тут у нас король. Ну, знаете, я вот отведу в сторону, потому что я сейчас буду тут рабочие приходить, ускорять. А все, мы все исследовали, да? Возвращаемся в наши берега. Интересно, успею я термоядерку тут бросить? Система наведения стырил. Блин. Тут робототехника. А здесь что надо? А, прогнозирующие системы. Силовые ячейки. Так, ну давайте робототехнику тогда пока.
Где тут танчик? Чё разграбил? Фабрику. Ух ты, не убивается. Плохо. Так, где тут строитель? Мне просто интересно, насколько он ускорит. А, я еще не построил эту фигню. Блин, да. Пока еще не построил. Ладно, стоим, ждем. В Бариносе космопорт. Ну, давайте еще строители эти линии Наска донарисуем. Системы наведения похитили. Продолжаем похищение. Вообще там кто-нибудь пытается хоть наукой-то побеждать, кроме меня? А, японец. Японец, видите, космопорт есть. Ракетостроение Нуби открыло. Еще. Ну, космопорт, вон у Японии построенный. Он даже спутник запускает. У Кри ракетостроение, но космопорта нету. Я удивлен, что Америка до сих пор. То есть, американец впереди всех по науке. То есть, он вообще вот здесь. Но он все еще по нижней ветке. Надеюсь, он хотя бы ядерку кинет в меня, например. Ну и все. То есть, Кри и Нуби открыли ракетостроение, но даже еще космопорт не построили. Давайте исследовательские гранты. Вот у меня 700 науки, в Америке 200. И я его не могу догнать по науке. Как вам? По-моему, все логично. Подождите, у меня один уран, еще раз. По-моему, я видел... У Польши что-то было, нет? Так, у Кри, ну это я далеко для меня, далеко. Ага, все, значит, тла не капает. Далеко. Блин, в Вильнюсе. Ну. Ну и все, да? Да. Ну, я не буду, наверное. Это весь уран, который есть на карте. Не буду я, наверное, Вильнюс захватывать. Тогда я просто не буду тратить уран. Давайте инвестиции в центр коммерции. Промышленные зоны плюс 10 туризма. Так. Ветряки я уже не буду ставить, там и так у меня, я думаю, энергии выше крыши. Даже вон уголь накапливается. Так. Познань. Так, а кто мне там войну объявил? Случайно... А, Нанмадол опять. Нанмадол пофигу. Что у нас там? Паводок, больше торговых путей, изучение системы это. Швеция не может и ребра удержать. Ух ты, а тут, смотрите, Кри... Кри лояльностью города захватывает, а не войной.
Эдинбург отвалился наконец-то. Блин, мне бы его захватить, кстати, уничтожить. Раз такое дело. А, ну пока Польшей будем заниматься. Он вообще ко мне сам присоединит. Я просто, когда он сам присоединяется, я, по-моему, его уничтожить не могу. Он мне не нужен. Все, можно захватывать. Да, полконтинента, полконтинента. Вот это Великая Колумбия, действительно. Вот это я понимаю. Вот это я чувствую, ощущаю величие прям. Через экран льется. Через монитор. Потому что то, что в начале игры было, это, конечно, жалкое подобие величия. Тут пойма, там нельзя асьенды строить. Боже, ну все-таки блямка не очень сильно раздражает. Так, и там, по-моему, дополнительный у нас появился торговец. Покупаем. Один. Да. Сколько уже в арпе не произошло? 156. Надо хотя бы до 200 добить. Польша какие-то юниты еще захватывает. Так, а, это я у нее захватил прошлым ходом. И она обратно своего рабочего забрала. Ну, давай, давай. If you do not change direction. Не удалось дамбу повредить. Слушайте, а нужен ли нам Гданьск вот этот в пустыне дебильный? Вообще никакой, по-моему. Так, вот этого танчик надо добить. И после рабочего фабрику ремонтируем. Так, давайте мы этот самолет тут держать на всякий случай. Какие все-таки крутые тут линии Наска. Да? 8 еды, 5 производства. Зеба. Странно, что тут так слушать. Так мне пингал он... Слушайте, а что у меня Арпин вообще без... И без Магнуса, и без пингалы такой, да... Я, конечно, пока пингалы не прокачан, на плюс к... Анцы, где? Вот он. Чё-то я совсем... Так, а Магнуса давайте, собственно... В богату перекинем.
Да и Магнус, кстати, тоже, по-моему, не прокачан до последнего. Когда у нас там губернаторские какие-нибудь титулы? Ага, в глобализации, а потом в социальных сетях. Да, далековато. Ладно, заберем. Ну, да, все равно забрать надо, конечно. Вот, правда, надо ли его оставлять? Вот это Польша настроила фортов, потому что за счет фортов они захватывают клетки. Другое дело, что их потом-то можно было бы и на что-нибудь другое поменять. Хотя, ну, вот это в пустыне еще ладно, а вот это на равнине рядом с рекой точно можно было поменять. Так, мы должны захватить, по идее. Хотя тут аэропорт есть. Ай, ладно, оставлю. Господи. Семьсот сорок три науки. Полностью прокачан Ильянеро. Кайф. Делает. Еще попробуем дамбу. 90% был шанс дамбу взорвать, и не получилось. Нормально вообще? Дайте на производство диверсии проводить. Этот у нас... А, ну, собственно, его и можно запускать сразу. Забывай, что сразу как взял... Ну, что это? Откуда вот это вот тут говно приехало сюда? Отяпну пулеметную роту. С полной прокачкой. А, вон там Кри прется через... Пытается Наску забрать. Ну-ну, ну-ну. Троян. А Польша построила дамбы вообще у себя? Не... А, нет, вон. Или это строится, либо уже построено. Не видно, непонятно. По-моему, не построено. Скорее. I'll be back.
NASA spent millions of dollars inventing the ballpoint pen so they could write in space. Вот это надо ставить, я думаю. The Russians took a pencil. Ну вот вместо этого, я думаю, там уже угля у меня немерено. Так. А, ну я, кстати, построю здесь в бок... Да, блин, ну вы прикалываетесь. Кто тут постоянно у меня теперь этих вызывает? Чип и Дейл спешат на помощь, блин. Больше торговых путей, перестал быть сюзереном Вильнюса. Это кто-то вызывает этих, они у меня не недовольство, потому что у меня недовольство 0, минус 1, это... Там, когда меньше минус 4, тогда начинают появляться. Так, Грек не может Кнос удержать, Зулусы не могут Хангела удержать, Баффало стал конголесским. Мбужи Майя отвалилась, Арма стал зулусским. Кале. Вот походу Кале кто-то захватывал когда-то. О! Пытался сорвать ракетостроение и был убит. Отлично. Завербовали партизан. Засуха не у меня. Шотландцы пытаются. Ну, тут очень маленький. Кстати, лояльность идет очень, очень медленно вниз. Так, где тут наш БПЛ? Самолеты не долетают, тогда в аэропорт. Вроцлав 24. Что-то, кстати, Польша неплохо отъела свои города, между прочим. Между нами, девочками. Так, тут кибернетика нужна, тут прогнозирующие системы, а тут силовые ячейки. Как вы думаете, где тут может быть последний проект? Какой из этих? Ну, так как ведет это сюда, давайте я, наверное, вот эту открою. Ну что, тут получилось? Нет, тут уже нету тематического бонуса. Это от древнего мира возрождение античности разные. Ну и ладно. Ну еще столько клеток необработанных, конечно. Три асьенды, конечно, дофига тоже очень неплохо работают. Thank you.
Ой, не того. Не тем походил. Он прется через эту дырку, блин, куда-то щемится. Прям очень на мою территорию надо. Один караванчик готов, можно построить. Сильная засуха, но это в Хатусе вообще. Не беспокойся, меня, блин, да ладно, Магнуса. Подожди, да он даже не сел вроде. У меня экспедиция отправлена. Мы первые. Великая Колумбия первая высадилась на Луне. Так, вот тут надо это ставить. Блин, я бы уже рационализм хотел убрать. Наверное, придется либерализм убирать пока. Это явно больше дает науке. Так, следующий проект — колония на Марсе. Это предпоследний, на последнего мы Королёва используем. Блин, только Магнус присел. В богату. Там какая-то сволочь работает постоянно. Ладно, пингаву до космической гонки надо повышать. Ух ты. А вот это неприятно. Там варвары безобразничают так. Ладно, денежки есть, мы торговцев просто покупаем тут. Огромного человекоподобного робота сделаем. Так, здесь ремонтируем угольную электростанцию. И после этого исследовательские гранты. Да, вот эти, конечно, к концу игры здесь эти клетки офигительные стали. Вот там мед у нас кто-то поломал. Блин, ну нам теперь города не видны.
Блин, ну мне надо хотя бы два юнита. Так что этим ходом пока, наверное, не берется. Рудник, блин, я не увидел, что тут рудник есть, сорян. Мне кажется, опять в золотой век выйду. Сижу здесь этим рабочим. Пушками мою армию Льянера не убила. Настолько ненавидеть гитаристов. Это ж надо быть такой букой. If there is any work in the afterlife, if winning isn't everything, why do they keep score? Что у нас здесь? О, умные материалы, отлично. Угадал. С последней. Блин, так я так... Мне надо ядерки строить, а то я так ни в кого ядерку не брошу. Обидненько будет. Так, а где у нас капер? Хочу капер в подводную лодку апнуть. О, 9 ходов, это долго. Видимо, придется здесь подводную лодку построить. И здесь подводную лодку построить. И в Аквилее. Так, а как мне до Вроцлава-то добраться? А, ну, в принципе, он пробегает, да. Нормально. Ей. Так. Ну, я лодь, наверное, и Быдгощ не буду захватывать, или... Ну, лодь должна сама отвалиться по лояльности. Тут надо все эти юниты добить. Ты еще до самолет или нет? Все? Да. Ладно.
Блин, не очень удачно я так встал. Вот этого могут убить вполне следующим ходом. В смысле, Кабул мне что, войну объявил? Нет. Это типа, наверное, он из-за рок-музыкантов очнулся. Опять норвежец дружить не хочет. Все, похищать нечего. Ну, тогда производство. Кстати, что там по научной гонке? Да не, они даже запуск спутника еще не сделали. А у меня тут три хода. Ну, собственно, три хода до следующего проекта, считайте, и до запуска всего этого дела. Польша все-таки убила армию Льянера. Добралась. Ну, это означает, что надо уничтожать ее. Потому что за Льянера мы... Ну, эти всех проектов, плюс 30% к проектам, это как раз для космической гонки. О! Дамбу. Так как нам к этому теперь Кракову добраться? Да блин, ну рисовала же, что убьет. Нечестно. Так, так, так. Слушайте, вот эти поселенцы, что это за... Расстрелять. Еще где-то был поселенец, по-моему, у шотландца, что ли. Боже, Кри... Ну ты серьезно? Прям пищом лезут. Дайте Польшу забрать. А где-то тут еще поселенец хранится. Сорян, парень. Эти глянь, по-моему, где-то еще какой-то поселенец был. Нет, не видно. Да, блин, ну что это за поиск пути такой? А чё, Льянера кончились?
Ого, где ты прохлаждаешься? Ага. С генералом как-то медленно. Так, где еще у нас есть? Так, это походил уже. Так, это арта. Я краков просто не вижу, понимаете, не могу его атаковать, потому что он в такой этой жопе находится. Опять кто-то пытался ракетостроение сорвать. Блин, надо было там караванчик разграбить. Мастерская, ремонт укреплений, фабрика. Так, у нас еще караваны можно прикупить. Следующим ходом, я даже, наверное, следующим ходом смогу, наверное, закончить, используя рабочих, возможно. Польша, конечно, до конца сопротивляется. Но я, похоже, в этой игре даже не успею ядерку бросить. Я, видите, только следующим ходом заканчивается проект Манхэттен. Я смогу их строить, а мне уже следующим ходом, скорее всего, будут отправлены... Видите, мне надо будет ускорять полет. Боже, откуда ты берешь армии пушек постоянно? Из каких закромов? Вытаскиваешь. It ascends from the earth to the heavens. We find everywhere men of mechanical genius. Синтетическое сейчас примем. А вообще давайте прямо сейчас примем. Что откладывать? Так, учетные банки тут. 5% культуры, 5% науки, демократическое наследие и либерализм. Я сейчас, кстати, куча счастья уйдет, к сожалению. 1021 наука, видите, минус 2 довольства. Может, с кем-нибудь там поторговать, попробовать? Так. Да ладно, Пингалу выкинули. Блин, я его в Ансы отправил. Господи, ну почему в Ансы-то, а не Варпин? Ну, ладно. Две одинаковые начальные буквы, конечно. Где это Тарпин? Так. А, ну и космопорт разграбили. Зашибись, блин. Ну какого хера сидит прокачанный этот шпион? Ну... Ой, игра!
Не, давайте еще на 2 хода отложим. Ну, зато ядерки тогда смогу построить, ладно. Уговорили. Так, 93, 88, 73. Следующее. А следующим ходом 2 ядерки. Это минус 20 будет, да? Тут этот строится. Тут подлодка. Будет ядерка следующим ходом. 61, 77 строится. 179 космопорт ремонтируем. Тут построить. Так, вообще 3 ядерки достаточно. Я больше не будет просто... Даже этих. Урана не будет больше. И ускорялки. Вот, межпланетный полет, отлично. Здесь управление будущего. Ну я пингал, так, вернем Магнуса в столицу. Прокачаю пингалу на космическую гонку и Магнуса на кооперацию. Это лучшие прокачки губернатором для улета. Блин, давайте-ка я куплю здесь беспилотник и буду из... О, пушечку вижу. Если копейщик разграбит аэропорт, ничего страшного, самолеты продолжат атаковать. А где... Мой этот ремонтный юнит. Вот он.
крик какой-то бессмысленный тут движение меня на территории делает. Шачекалька. Ремонтируем укрепление на всякий случай. И ускорение. Мне, в общем, только осталось отремонтировать космопорт, доделать там один ход. Проект. И все. О, до Кракова даже долетает. Так, ну все, Краков надо забирать. Я минус 25 за штраф за оккупированные начальные столицы. То есть у меня 5 столиц в моем распоряжении. Ну, как видите, пол континента таки захвачено. Просто нету времени все остальное захватить. Я сделал действительно Колумбию снова великой. А, кстати, скорее надо сначала атомные подводные лодки, мне же надо кинуть ядерки откуда-то. Следующим ходом апнем. Как мне лодь захватывать? Да, видимо... Кораблик. Просто это как раз против верховых юнитов, надо серьезно его атаковать, чтобы прошло. Кого будем кидать ядерки? Ну, эти австралийцы уже не хочет со мной дружить. Да, может, в Конго кинуть, в Америку. В Америку, наверное, надо. Всегда виновата Америка. Никакой торговли. Я в своем компьютере вообще не строят противосамолетные всякие вот эти зенитки, РСЗО, нафиг надо.
Вильнюс. Блин, опять в богате завербовали. Так, слабое извержение, окей. Here at our sea-washed sunset Статуя Свободы. Атомные подводные лодки. Да, наверное, все-таки на Америку брошу. Ну, как знаете, отомщу за Японию, так сказать. За Хиросиму и Нагасаки. Захватывается. Ну, можно подъехать. Ой. А, тут капер был. Незаметный. Ну, так хоть хорошо, что я подъехал тогда. Так бы пытался захватить и ход потерял. Так, ну что, я смогу сейчас закончить проект одним строителем? Нет, блин. А, стоп, у меня еще один есть. А, один расход только доступно, да. Эх, жаль. Чуть-чуть не хватило завершить этим ходом. Еще один ход. Ждем. Да, блин. Ну, чтобы Наску не захватил. Обстреливать обстреливай, но не захватывай. В богате теперь, конечно, опять у меня эти куролесят. Ну, один я убил, танчик. Ой, я надеюсь, он хочет. Блин, а я апнул. Да, в атомной подводной лодке апнул. Все, колония на Марсе запущена. Теперь межпланетная экспедиция Королёв запущена. И теперь везде, где есть космопорты, просто ускоряем. Нету, да? Ну, без робота обойдемся.
Ну, что-то медленно, три хода так. Долговато. Ну, у меня вообще, ну, с моим местом у меня производства вообще нету, понимаете? Тут вообще хоть как-то ускоряется. Так. Каракасе. Ну, тоже обойдусь тут без ядер, потому что три хода ядерка как-то долговато. Нам... Мне улететь охота. Так, так, ванцы. Ну... А, тут нету космопорта. В Риме тоже нету. Тут я запустил. Это еще были в Буде. Так. Это все космопорты я использовал. Кахоки. Ну, ладно, тут два хода ядерка достроим уже. Все, тихие распределили. Две ядерки есть, плывем к США. Следующим ходом запущу. Можно уже перебросить этого шпиона в какую-нибудь другую страну. В Японию, например. Так, надо капер убивать. И вот захвачен, я уничтожу ее. Бесполезный город вообще. Все, Япония осталась с Быдгощем, Шотландия с Абердином. Давайте мы с ними мир заключим. А, он не хочет отдавать. Ну, отлично. Хорошо, а ты? А вот Польша более сговорчивая. Все свои деньги. И вход все свои деньги. Ну и все. Так, кто там еще со мной воюет? Зулус. Ага, он не хочет просто так мир. Спарта. Это готово мне заплатить. А нет, не просто от обычный мир. Ладно, ничего, как бы лишнее движение, лишнее перемещение камеры, вот это вот все. Так. Перс, тем более я им ничего не сделаю. Слушай, американец с кем в союзе? Мне бы не заключать мир. Блин. А, ну Греция и Алиенора. А, блин, это не в союзе, это он с ними воюет. Смотрел. С Нубией он в союзе, блин, а я заключил мир опять. С Нубией, ладно. Давайте Искри заключим мир. Задолбал там. А, он не хочет. Отлично. Не хочешь? Продолжим. Вербовка...
партизан. Да нету ни у кого. А вот. Давайте вот тут партизан завербуем, нуби. Ну, шотландец просто не хочет мириться. Надо, значит, вынести. Скопоцалька. Кампус ремонтирует. Мастерская. Надо на Кри переключиться. Что у нас тут на Всемирном конгрессе? Давайте запретим вырубку. Нет, нельзя тропические леса вырубать. Форма синтетическая технократия. Я 2 очка, но там, по-моему, никто в дипломатии не побеждает. И всемирную выставку. А кто, кстати, Нобелевскую премию выиграл? Так, нельзя тропический лес вырубать. Фашизм дополнительно. Вот у нас фашисты на планете как. Кто-то я улететь сюда хочу. 2 очка Кристине. И Нобелевская премия проходит. Так, давайте глянем, что мы... Не буду менять. Давайте глянем, что там дипломатии никто не побеждает. Да, 13 из 20 это без вариантов. Так, а что-то я в Картахене не поставил. Везде ли я поставил ускорение, где космопорты были построены? По-моему, да. Ладно, время атомных ракет, которые упадут на Соединенные Штаты Америки. Где тут он? Повод для войны, официальная война. Просто без всяких... Сначала падет Чикаго. Точнее, я их не буду захватывать, я просто буду их ядерками забрасывать. А помните, я говорил, что они не строят эти РСЗО и прочее? Вот вам и пожалуйста, только что было перехвачено. Ничего себе. Тут уже нету ничего. Просто я не ожидал, что там будет что-то зависеть. Тут нигде нету перехватывающих юнитов. Но я могу предположить, что там, например, не зенитка РСЗО, а ракетный крейсер. Ракетный крейсер тоже перехватывает ядерные ракеты. Ну, есть шанс перехватить. Тоже торговцев можно не строить. Не знаю, что меня Лян уже прокачивает. Бессмысленно, в смысле. Ничего, не берется Наска, да, Кри? Не получилось. Не фартануло.
Так, давайте-ка я тут апну. Реактивный бомбардировщик. Алюминия дофига. Так, наверное, куплю здесь эсминец, потому что явно следующим ходом смогу уже Абердин захватить. Так, давайте отремонтируем стены и что-нибудь подольше построим, там археологический музей, например. Вообще воскопоцарка постоянно... Почему я тут постоянно ремонтирую этот кампус, или мне кажется? Почему это, интересно, Абердин не отваливается по лояльности? Хотел мир заключить, 63 монеты мне давал. А, ну конечно, потому что Абердин больше размером, чем Кален хотя бы. Incomplete. It has been said before time. Так, еще две ядерки сейчас полетят. Вашингтон и Сент-Луис будут испепелены. Эх, Америку в ядерный пепел. Отказаться от города. Не нужен мне этот Эдинбург. Блин, захватил мои клетки. Нормально? Угу. Огромная. Хана шотландцу задолбал. Что-то требует от меня за мир, представляете? Сжечь весь город. Что-нибудь подольше буду ставить, потому что тут уже просто улетание. О, что-то у меня тут. Не стоит в очереди. Так, больше нету атомов, да? Ну, все равно приятно, побомбили.
Так, я тут хотел партизан. Там вообще они близко? Да, не. Кажется, без шансов. Культура тоже нет. Господство. Я тут, естественно, религия. Ну, буддизм и православие, почему они там на своем континенте спорят? А у нас так даосизм и не распространился. Вон Польша своим иудаизмом испортила всю малину. Кри. У меня тоже половина... Не, у меня даже больше иудаизма, я смотрю, чем даосизм. Ой, Швеция меня... Ну, ты как-то поздно меня осудила. Я уже улетел. Сорян. Еще лазерный. Раз, два, три, четыре. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy. Ah, my beloved. Сын, началось... Кстати, впервые в этой пустыне у меня засуха. Хотя как может быть в пустыне засуха, если в пустыне просто оно перманентно, я не знаю. Как бы очень странное... нифига себе, засуха... Подожди, не засуха, это песчаная буря, похоже. Да, песчаная буря, это да. Блин, жалко. Тут не очень удачно космопорт получилось. Просто роботов строю, чтобы что-то делалось долгое время. Мне не надо было к этим городам возвращаться. Сюзерен, сюзерен, сюзерен. Блин, а можно вот не посылать больше-то послов? О, есть. Есть ракета. Ну что, Нью-Йорк. Покеда. Давайте вот так брошу, чтобы и на кампус еще попало. Красота. О, ядерный кризис против меня. Ну, против Зулуса можно... За кризис против Зулуса проголосовать. Я думаю, в ядерный кризис сейчас многие впишутся. Все, с кем я мир заключил. Но... Ну, нет, немного. Ну, Австралия, он объявила войну, конечно. Зря. Так, господи. Австралия, Россия, Америка,
Норвегия, крест... А почему я против войны не... Почему вот Петр мне, например, войну не объявил? А, потому что они вступили в кризис против Зулуса, который тоже прошел. Поэтому мне тут не все войну объявили. Ну тут, конечно, вот это пересечение кризисов тоже странно сделано. Так сколько... Когда мы там улетим-то? 12 из 25. 11, блин. Два хода осталось. Ну ладно, я, наверное, Shift-Enter сделаю. Приму вот еще робота получу. Кстати, а где мне его дали? Боже, эти все караваны. Ладно, Shift-Enter. Блин, да хотя нет, я робота хочу отправить куда-нибудь. Где робот? Мне же дали сейчас робота. Вот он. Ага. Поплыли в Америку. Просто хочу Shift-Enter закончить уже партию. Очередные спутники запускаются, лазерные. Ну, я думаю, что... Не могу объявить войну, блин. Может, только просто иду мимо сказать. Можно, думаю, подводить итог партии. В общем, конечно, вот этот военный бонус очень крут за Великую Колумбию. А самое главное... То, что все юниты дополнительное перемещение имеют, это в начале к развитию очень неплохо. Это, считайте, ваши поселенцы быстрее города ставят, ваши рабочие быстрее улучшения где надо делают. И, а потом ваша армия развивается, нападает очень быстро. Даже, не считайте, вот эти генералы я как-то не особо, я так понимаю, что они рандомно выпадают. И вот эти их способности мне не сильно понадобились. На самом деле, в течение игры. Но Льянеро — это какой-то мрак. То есть, строите, не знаю, там, 5 Льянеро, когда они появляются, и вот этой такой группой нападаете, я не знаю, как от этого можно отбиваться в принципе. То есть, каким образом? Даже, вот, предположим, они — это кавалерийский юнит, да? То есть, против него в этой эпохе какой должен быть антикавалерийский? Вот, стрельцы и пикинеры. Да, стрельцы и пикинеры имеют 55 мощи, но и против Леонера они будут 65 мощи иметь. 65. Так? Уже 3 Леонера имеют 72 против всего этого. А дальше, то есть это просто 3. А если рядом еще больше стоит, то, не знаю, стрельцы и пикинеры. Ну вот, я ачивку получил. Эль Либертадор. Я сделал Колумбию великой. И единственное, что мне помешало намного быстрее это все сделать, это просто отвратительное место появления. Такого, таких мучений у меня давно не было. Конечно. Ну а дальше, вот смотрите, как наука. Просто улет. Культура пофигу. Ну и самое главное, тут, конечно, уничтожено юнитов я на первом месте. А потеряно юнитов я на... Что, один юнит вообще все? Наверное, два юнита должно быть. Или один, или два юнита потеряно за всю игру. А это кто такой у нас фиолетовенький? Кого я там захватывал? Не, ну не Монтесума. Джон Кертин там. Блин, а кто столько вот юнитов потерял? Троян? Да, Троян. Как я его быстро вынес, Льянеро, да? А, собственно, наверное, уничтожение юнитов, вот это вынос римских юнитов был. Так что да, к сожалению, это слишком крутая цивилизация. В сетевой игре
Ее, наверное, можно уничтожить только в первые две эпохи, хоть как-то попытаться это сделать. И то, ну, понимаете, у них юниты быстрее ходят. Ну, хорошо, вы придет, например, вот рядом с Великой Колумбией, например, появится какая-нибудь цивилизация с ранним уникальным юнитом, крутым. Какие у нас там есть, предположим, Рим со своими легионами, или еще лучше Нубия со своими лучниками. Но человек с Колумбии, я думаю, пойдет в стены, построит их, отобьется, построит защитные юниты против этих лучников Питахи, а потом в следующей эпохе уже этот генерал появляется, и уже юниты быстрее ходят, и пошло отбитие. А потом, когда до Льенера доходит, он просто забирает всех вокруг. Не знаю, это как-то это слишком круто. Ладно, следующая игра вы увидите за Майя, конечно, еще за одну цивилизацию, но уже в сетевой игре. Потому что в сетевой игре показывать Колумбию, это просто было бы нереально, мне кажется. Это просто... Это в одну калитку было бы. Играйте в умные игры. Спасибо, что посмотрели весь сериал. Ваши впечатления, пожалуйста, в комментариях жду. И вообще от этих двух новых цивилизаций, как вам? На этом все. Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!